Провести голубое топливо там, где о нем мечтают десятилетиями. На эту задачу из регионального бюджета было выделено более 220 миллионов рублей. В отчетах одни плюсы. Задача практически выполнена. До конца года голубое тепло появится сразу в нескольких населенных пунктах. Мы зашли в 7 муниципальных образований с активным строительством газопроводов. И в этом году завершаем работы по 5 муниципальным образованиям и вводим в эксплуатацию 9 населенных пунктов газопроводы. Среди счастливчиков – жители Барышского, Меликесского, Старокулаткинского, Базарно-Сызганского районов. Такой объем проделанной работы стал возможен благодаря активному взаимодействию газовиков с регионом. Первые тянут газопроводы между поселениями, вторые – внутри каждого из них. В 2020-м газ доберется даже до проблемного юго-западного района области. Один из них очень крупный объект – это район Китовка в городе Инзе, где у нас единственный район вместе с юго-западом, который оставался в Инзе, не газифицирован. Мы готовы к пуску тепла в ноябре. Новые газопроводы спроектированы и проведены вплоть до границ домов. Таким образом, плата за подключение снижается в разы. Первые 4000 жителей уже подключились к новой системе отопления. Никаких на сегодняшний день предпосылок к тому, что эти планы могут не сбыться, их абсолютно нет. Они исключены. Это вот такая совместная выверенная работа и министерства, и муниципалитетов Ульяновской области. Они дали положительный результат этой работы. На следующий год задача закрыть полностью вопрос газификации. Голубое тепло проведут в северо-западный район области. На это выделят в два раза больше средств, чем в 2020-м – 450 миллионов рублей.